Приветики, с вами Анна. Это видео для любителей тирамису, для любителей кофе вообще. Я вот любитель кофе, постоянно пью свой кофеек. Вот сейчас сварила кофе. Видите, только сваренный кофе, налила уже его. Добавляю вот сливочки с этим, скажите мне, с карамелью. Господи, забываю. Вот. И так как я вообще кофеман, я люблю тирамису, потому что в тирамису, в крем и в корж, который делается вообще из печенья, обычно добавляется кофе, пропитывается. Я вот в Америке обнаружила вот такую тирамису, часто его покупаю, но мне нравится. Мне вообще нравятся воздушные такие кремовые тортики всякие. Но вот этот вот тирамису, он просто на корже сделан. Кстати, вот нисколько не хуже. Вот этот корж, пропитанный кофе, потом идет слой крема тоже с кофе. И уже обычный маскарпоне крем сверху. Вот, то есть, хочу вам показать. Я вот его часто покупаю, мне нравится. Вот, то есть, вот он. Тирамису с маскарпоне. И здесь вот самое интересное, что да, вот он такой бисквитный, так сказать. И я бы сказала, что нисколько не хуже. Это вот любителям кофе, то есть кофейный привкус такой какой-то интересный. И нисколько не хуже, чем с настоящим печеньем. И плюс самый же важный вкус, ну для меня лично, это вот такой кофейный вкус со сливочным маскарпоне. Ну вот, ребята, то есть кто любит кофе, кофеманы, так сказать, и любители тирамису воздушных, тоже с кофейным оттенком и со сливочным вкусом. Вот, пожалуйста, то есть бисквитный тортик тоже классный.